This is Michael before imprisoning. He was 40 years old. I have another one. From January 2014. Now he knows what Russian people are from the bottom. Настрой у меня боевой, злобный. Нет, дай трубку. Я поговорю, дай мне трубку. И он, пустить его за решетку, дайте нам поговорить с ним. Не положено. Вы знаете, пока Путин у власти, я не надеюсь. Он настолько злобный человек и настолько трусливый, он боится его. Who needs to torture this man? Who needs all this? It's not the president. I don't know. I'm going to cry. He's free. Вот для меня, пока я жив, я жив. Если завтра придется умереть, ну, значит, придется умереть. Я об этом думать сегодня не буду. Я хочу, чтобы вы знали, есть совсем иная Россия. Ну, я не гражданское население, я участник боя.